Прикреп слева может быть выполнен еще столбиком без накида. Для этого захватываем боковую нить и еще одну нить. Это как второй вариант захвата нитей. Провязываем столбик без накида. Или можем провязывать столбик с одним накидом. Вот таким образом. Либо столбики с двумя-тремя накидами. Иногда последняя петля получается вот такой вытянутой, чтобы не очень красиво. Чтобы этого не происходило, перед последним провязыванием можно сделать вот такое движение, вводя крючок вовнутрь, чтобы провисшая нить стала как бы накидом. И провязываем последнее движение.